Питомник растения Велес. Перед вами рябина сортовая, сладкоплодная. Хотел показать вам, какие грозди. Смотрите, вообще обалдеть. А горчинка у них, терпкость пониженная, в отличие от дикой рябины. А потом по плодам они крупнее, если ухаживать. Очень любят хорошую плодородную почву и полив. Тогда отзывается, конечно же, также очень сильно. И урожайность большая, не замерял, но по этим гроздям ощущается, конечно же. Вот, можно изготавливать как варенье джемы, так и протирку. Можно делать настойки, любят люди у нас покупать для этого дела. В том числе есть же и сорта, разработанные под настойки, даже специализированные. Вот, и вот такая штука красивая. Ну, плюс, конечно же, декоративный лист сам по себе. Ничего про это не скажешь. Очень красивый, резной идет. Вырастает кустарником, либо деревцем, в зависимости от условий произрастания. Ну и, конечно, полив надо. Полив, хорошую почву, и тогда все будет.